Вместо математики – игра с пеной для тушения пожара и возможность пообщаться с крымскими спасателями. Во всех школах Крыма прошли уроки по гражданской обороне. Вели их не только учителя, но и сотрудники МЧС. Тревожный звон сирены. Ученики в считанные секунды покидают свои классы. На площадке перед гимназией возгорание. Сотрудники МЧС под восторженные крики детей тушат его. После на стадионе появляется мобильный комплекс «Кирасир». Он недавно поступил на вооружение крымских спасателей. Позволяет им быстро прибыть на место ЧС. Ребятам разрешили посидеть внутри пожарной машины и на мотоцикле, примерить кислородные маски, надеть боевое облачение пиротехников. Бурю эмоций вызвала у них пена, которая осталась от тушения возгорания. Очень понравилось. Все показали мощь нашей пожарной службы и что они могут в любой момент приехать и помочь каждому. Я посмотрел, глаза у них загорелись. Они с удовольствием действительно принимали участие в этом мероприятии. А вот так уже ко мне в коридоре подходили и спрашивали, а где это надо учиться? Более 500 учеников и преподавателей 1-й Симферопольской гимназии ознакомились с работой МЧС. Служба задействовала 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Персонал показал четкие, грамотные и слаженные действия. Подобные мероприятия во всех школах проводятся ежеквартально. И думаем так, что мы будем гордиться своими детьми. Уроки по гражданской обороне прошли во всех крымских школах. Во многих из них учителям помогли сотрудники МЧС. Татьяна Ханкота, Время новостей.